считаю, что я здоров. Много не играл, восстанавливался, сделал операцию. Сегодня сыграл первый раз, чувствовал отлично. Еще есть время подготовиться и начинаем сезон. Соперник всегда играет жестко, очень быстро двигает мяч, очень много бегают, стараются забить легкие мячи, но сегодня мы не дали им забить много очков и, в принципе, всю игру играли достойно. Еще не играл на таком уровне до этого. И, конечно, хотелось проявить себя, и получал мало времени, и вот сегодня получилось это сделать, и я, конечно, был рад. Ну, я думаю, многие это видели, я показал эмоции какие-то там после забитых, да. Я на разминке бросаю вообще с любой точки как-то. У меня нет какой-то такой рутины, знаете, конкретной. В игре может быть любая ситуация, вот, и я примерно это делаю на разминке, поэтому готов бросать с любой точки. Соперник потребовал проявить жесткую игру в защите, в первую очередь. Такой у нас был план на игру, тренер так говорил. Я думаю, сегодня мы это показали с самого начала, показали наш настрой, напор, и это дало результаты. We had three games here in, let's say, 6 days. We have a game, then only a 1 3-day, and then a game. It was tough for them. But I think that on this third game, we showed more organized basketball in terms of defense, especially in defense, and offensively also. I think that we were looking for each other, and that is something that that is positive. I told the guys, let's just keep improving every day, and eventually, when it's needed, we will be where we need to be.